Телеграм-канал городской администрации «Вести Дворянской» рассказывает о самарском благотворительном фонде «Звезда и Лира». Туда каждый день приходят десятки неравнодушных людей. Приносят продукты и вещи для бойцов, которые сейчас участвуют в спецоперации. Фонду помогают общественники, предприниматели и простые жители региона. Не остается в стране и власть. Благодаря усилиям фонда на Донбасс было отправлено несколько грузовиков с гуманитарной помощью. В телеграм-канале Кировского района Самары рассказывают, как вести себя, если вам звонят из банка и говорят, что кто-то пытается украсть ваши деньги. После чего предлагают перевести их на безопасный счет и просят сообщить номер карты. Делать этого ни в коем случае нельзя. Настоящие банковские служащие никогда не звонят по телефону с просьбой сообщить номер карты и не спрашивают, сколько денег на вашем счете. Так поступают только мошенники. В случае такого звонка нужно повесить трубку и самим позвонить в банк по номеру, указанному на вашей карте, либо дойти до ближайшего отделения банка. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, при каких условиях семьи с тремя детьми могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Она положена при рождении или усыновлении третьего или последующих детей, женщинам, родившим или усыновившим ребенка после 30 ноября 2011 года, мужчинам, единственным усыновителем третьего или последующих детей после 30 ноября 2011 года, мужчинам, являющимся отцами-усыновителями третьего или последующих детей в случае неполучения семейного капитала матерью. Выплата положена на получение платных медицинских услуг, приобретение транспортного средства или покупку предметов, необходимых для ухода за ребенком первого года жизни. Крайний север, первозданные природы и коренные народы. Администрация Ленинского района рассказывает о выставке, посвященной Арктике, которая открылась в музее Алабино. Это просветительский проект, который рождает интерес взрослых и детей к изучению географии нашей страны, ее народов, культуры и традиций. На мультимедийной выставке можно познакомиться с 9 арктическими регионами России, послушать рассказы о достижениях наших полярников, раскрасить заполярный поселок, посмотреть мультсериал «Дети Арктики» и документальный фильм «Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции». Кроме того, можно побывать в настоящем Чуме и почувствовать атмосферу наших народов Крайнего Севера.